В окно она больше уже не смотрела и очень любила теперь быть одна. До внешнего мира ей больше нет дела, коль нить горизонта вдали не видна. Рассматривать жизнь через тонкие шторы она не хотела. Что толку смотреть? С собой потихоньку вела разговоры, жила будто птица, попавшая в клеть. Хлопочет все что-то с утра по хозяйству, хоть перышки чистить не нужно совсем. Душе одиночество вроде лекарства. Кого-то полечит, кого возьмет в плен. Порою пройти нужно через молчание, чтоб смело потом себя миру явить. Мы плакали в детстве, чтоб нас замечали. Сейчас рот на время придется закрыть.